Как стройная невеста, а белизну платья выгодно подчеркивает ярко-голубое небо. Колокольня Троицы Знаменской церкви снова радует жителей и гостей поселка. Быть в Лежневе и не полюбоваться этим объектом культурного наследия просто невозможно. Вот и губернатор не прошел мимо. Звонница была построена в честь победы русского оружия над армией Наполеона. Реставрационные работы длились 1,5 года, завершились в мае и составили более 40 миллионов рублей. Особая изюминка – часы. Циферблаты сделаны в 1858 году фирмой братьев Бутиноп. Такие же на Спасской башне Кремля. Правда, в Москве часы раза в два побольше. Деньги, выделенные на эту колокольню, выделены чудом. Потому что та же Кинешемская колокольня очень нуждается в реставрации, и город большой достаточно, но выделили нашего маленького Лежнева. Вот. Поэтому это действительно Божье чудо, и мы все благодарны Богу, и владыка Преосвященнейший Матвей приезжал в прошлый вторник на Тихвинскую икону Божьей Матери, совершал богослужение, и мы служили благодарственный молебен. Мы благодарили Господа за то, что совершилось такое чудо. Я хочу за несколько лет, чтобы все наши малые города как бы задышали, не то что по-новому, задышали свободнее. У каждого из них своя душа, есть чем гордиться. Поэтому мы, когда начинаем благоустройство, мы стараемся наваливаться разными ресурсами, не только парки строить.